Добрый день, дорогие друзья. С вами Капля. И мы продолжаем говорить о свободе. Сегодня я хотел бы перейти к политическому аспекту свободы. И я не хочу много времени на это тратить. Мы буквально затронем только три аспекта. И если Бог позволит, в дальнейшем, впоследствии, мы более подробно об этом поразмышляем. Политика – дело грязное, как сказал один епископ. И поэтому мы ее не трогаем. Но невозможно исключить человека, живущего в социуме, из политического процесса. Даже неучастие в выборах – это уже политический демарш. Нам кажется, что мы отстраняемся от политической реальности и таким образом сохраняем свою святость и так далее. Но, на мой взгляд, это является ключевой ошибкой современных христиан. Наша отстраненность от политической жизни позволяет негативным элементам, негативным идеям, безбожному влиянию усиливаться. Мы имеем огромное число примеров, когда из-за того, что церковь пассивно была и не участвовала в выборах, на высшие посты в государственной власти в той или иной стране приходили абсолютно нечестивые люди. Поэтому я более чем уверен, что политическая жизнь должна быть составляющей части духовного бытия любого христианина. И вот как нам быть свободными в этом, я хотел бы поговорить в камере.